А вы недовольны красным знаменем, да? Красным знаменем недовольны? Конечно, декоммунизация в Казахстане. А вы хотите что? А вы что хотите? А каждый имеет каждый право быть таким, каким он хочет быть. А вы как фашисты запрещаете, да? Фашизм вот здесь. Вот это фашизм? Да? Да вы что? А Украина это совсем не Казахстан. Я вот тоже здесь в живу. В Казахстане декоммунизация. Да? Давайте. Давай. А вы что, эти КНБшники, да? Да. А, вы из КНБ. Покажите документ. Документ покажите. У меня дед тоже воевал. Документ покажите. Документ покажите. Поставь на место. А вы из КНБ, ты да? Документы покажите, вы КНБ? А ты кто что? КНБ, Зита, иди сюда, Зита, мы журналисты. А? КНБ вы? Вызывай. Я не уезжаю. А вы документы что не покажете, если вы такие? Флаг убрал, и что он решает? А он, флаг им не нравится. Да, да. А кто вас уполномочил это говорить, а? Молодой человек, кто вас уполномочил говорить это? Да, я тоже гражданин. Да, где закон? Ну? О, вот они. А, это наши. Так это вы, значит... Давайте. Просто убрал факт и все. Давайте, говорите. Давайте, милиция сейчас разберется. О, еще.